Сегодня у нас 5 июля 2018 года. Давай, вы подходите прямо сюда, там не надо закрывать, там потом как бы прикрою. Хорошо. Ой, да, немножко дождик, но, знаете, такая погода, не жарко, не жарко, такая, знаете, погода вообще шикарная. Шикарная погода вообще. Знаете, у меня будет оплата по карточке. Батька, да ничего, проходите. А что тут пачка? Тут Матильдочка, у меня кошка говорящая. Посадьте, пожалуйста, вот сюда. У вас тоже кошка, да? Трехцветная, да. Вообще так прикладываю, она должна. Иногда она даже сразу выдает чек, прям даже ничего вводить особо иногда не надо. У меня такие две. Связь, ну, знаете, в принципе, он так иногда, может в окно, знаете, может в окно его высунуть. Можно в окно немножко высунуть, знаете, вот так вот в окно, смотрите, у меня открыто окно, ну да, ну, знаете, конечно, здесь вот такие ставни, может, в окно так высунуть, может, выйти туда, быстрее поймает. Да. Обычно, знаете, обычно, когда вы там на улице, на той штучке, оно как-то вот, ну, иногда здесь, да, обычно все проходит, какие-то автоматы, они почему-то вот там вот на улице как-то лучше, вот даже не знаю, чем вот это может отличаться, связь. Ну, это что вам наличные, давайте наличные оплачиваем. Да, давайте наличные. Вообще, на всякий случай, да? Да, да, вы знаете, я на всякий случай как бы так вот это вот. Сколько там? Да, я сказала, там или с тысячи. Потому что сегодня тоже у меня была доставка, что-то как бы. Вот это, а, это сдача. Да. А, хорошо, вот спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания, приятного. Ой, до свидания, спасибо. В общем, оплата по карточке не прошла, Марина, по карточке не прошла. Ну, наличными, заплатила я наличными. Матильда.
Матильдочка, а что у тебя с ушком? Матильда? Матильда? Что у тебя с ушком такое? Что на ушке у Матильдочки? Матильда? Матильдочка, сейчас. Подожди, моя хорошая птица. Моя девочка. С ушком там у Матильды. В общем, получила я мой заказ. Доставку из пиццерич. 20 часов 15 минут. Вот. 5 июля 2018 года. Сейчас засниму. Засниму заказ мой. Заказ номер 1823. Вот. Тонкий ролл с авокадо, имбирь по порции, маргарита, сливочный суп с лососем, соевый соус, таджин из рыбы. Вот, сейчас буду кушать.